доброго времени суток и приятного времяпрепровождения. И простите, что начинаю ролик со своего жирного лица, которым словно я блин вытирала. Сегодня такое странное начало, не с игры, а просто потому, что я у вас Алёша, я не знаю, как это еще можно назвать. Это частично не моя вина. В общем, с какого-то перепугу у меня, короче, я записала ролик. Там вообще очень веселая ситуация. В общем, я начну его не с самого начала. Я записала ролик, все хорошо, типа я его сохранила, все замечательно, все прекрасно. И у меня всегда есть как бы такое... фишка, да, как бы я всегда после записи ролика я его просматриваю, чтобы как-то уже наметить места, которые я хочу как-то обрезать, смонтировать, все такое. В общем, открываю я ролик, это ты понимаешь, что у меня нет звука. Вернее, звук игры есть, а звук как бы моего прекрасного, изумительного голоса, его нет. Я такая, не поняла, думаю, ну ладно, может, я посмотрела настройки, типа, проигрывателя видео, так я думаю, хотя это очень странная фишка, зачем я это делала, я не понимаю, ведь звук в игре-то был, звук игры в проигрывателе, ну ладно, это мы с вами опустим, это мои странности. Я открыла еще один ролик, который я записала тоже на вебку, чтобы посмотреть, есть ли звук там, и его там не было. Тогда в мой гениальный мозг зашла идея зайти в ОБС и посмотреть, что там в настройках. И когда я зашла и посмотрела, я выяснила, что почему-то ОБС забыл, как выглядит вообще мой микрофон. Он вообще забыл его, говорит, я его не знаю вообще, что это такое, вы это как бы убери это. Вот, поэтому сегодняшний ролик я записала без звука. Но я прекрасно понимаю, я могла бы сейчас забить на все это дело болт, просто смешно как-то смонтировать это дело и выложить на канал. Но это не есть хорошо, потому что это немножечко не разнится с тем, что я обычно делаю. Окей, да? Вот, поэтому сейчас будет просто гениальная фишечка, да. Я буду сейчас просматривать свой собственный ролик и переозвучивать его, да. Вот, но, возможно, это как-то будет даже лучше, чем то, что было. Нет. Но давайте сделаем вид, что мы об этом с вами не знали. Я просто не могу вам об этом не сообщить, потому что сама концепция ролика сегодня довольно странная. А сейчас я немножко плавно перехожу к началу ролика, с чего бы я хотела начать. Если помните, предыдущий ролик закончился очень странно, ни на чем, по Звездным войнам. Дело в том, что предыдущее видео, да, оно получилось очень долго, чуть больше часа оно шло, и я решила его обрезать, и начало того ролика просто, тот ролик разделить на два, и конец того ролика запихнуть начало этого. Вот. Но я же умная Маша, я же все материалы по предыдущему ролику взяла и просто-напросто удалила. Зачем они мне? Они мне не нужны. Я так всегда, в принципе, делаю, я не храню свои старые какие-то записи, потому что они захламляют компьютер, и мне это как бы не очень нравится. Вот, поэтому да. Поэтому я сегодня хотела как-то вот эти... компьютер сказал мне, хрен мне по всей морде, вот так вот размазывал и сказал, иди, девочка моя, вот. Поэтому я надеюсь, что у меня что-то получится, и я надеюсь, что сейчас я все-таки включила звук. Пожалуйста, у меня сердечко не выдержит. Ладно, давайте, погнали. Ну ладно. Ладно, в общем-то, давайте, малыши-попсиши, мы начинаем с вами переозвучку моего собственного ролика. Господи, никогда не думала, что я буду заниматься чем-то подобным. В общем, мы пока находимся в главном меню, да, я там это всякие штуки свои проделываю, как это обычно, всякие таймеры там включаю, рамки равняю, и так шаманю над роликом. Вот. Это стандартная ситуация, вы все уже к этому привыкли, здесь я с вами вроде как это разговариваю, все такое. Мы поехали. Собственно, сейчас будет как раз-таки то место, на котором мы остановились с вами в прошлом видео. Единственное, что это будет новая запись, как бы не та. Вот. Хорошо, хоть я в этот раз сообразила и стала записывать чуть раньше того момента, на котором вообще закончилась
оригинальное предыдущее видео, не обрезанное. Потому что если бы я остановилась там, то это было бы печально. Я не знаю, где бы я тогда вообще искала эти файлы. Вот. Это место меня очень сильно раздражает. Прям очень. Давайте я даже сяду так, как будто бы я держу мышку и клавиатуру. Я не знаю, может быть, я совершила большую-большую ошибку с тем, что я сказала вам, что я буду переозвучивать данный ролик, но почему бы, собственно, и нет. Это вполне как бы оригинально. Единственное, что теряется какая-то фишка, какая-то реакция. Жители деревни поставили изюминка этого ролика, что будет в первый раз. Знали правду. Но, ладно. Я почему-то решила, что я не подходила к этой фигне в прошлой серии, но я к ней подходила. Но опять же, это не попало на записи, записи стерты, поэтому я подошла к этому еще раз. Там была пещера еще сзади, но я в нее тоже не стала сходить, потому что, насколько я помню, там нет ничего просто. Это парень, это новый враг. Я, как всегда, я забываю про уклонения. Для меня, в принципе, их не существует в этой суровой, страшной игре. Вот. Поэтому да. Искренне я надеюсь на то, что, короче, что это? Что звук с моего видеоролика сейчас не попадет Иди. На записи нужен этого вебка. Это будет очень странно, это будет довольно-таки проблематично. К сожалению, наш корабль пострадал не меньше. Несмотря на это, я хотел бы довести дело до конца вместе с вами. Вы знаете, отказываться от битвы не в моих правилах. В общем-то, да. Корабль, дай бог мне выговорить это слово, сепаратистов. Там что-то, короче, неплохое случилось, и я даже на момент записи не совсем это поняла, что вообще там случилось. Вы спросите, зачем мы туда пошли? Просто, чтобы послушать эту информацию. На самом деле, я просто забыла с предыдущей серии, куда на самом деле нужно идти. А идти-то нужно вот сюда, на эту решеточку. И, мам дорогая, здесь будет самое ужасное, самое сложное на свете место. Но мы сначала не в него. Мы с вами сначала пойдем соберем ящик, который стоит недалеко от этого места. Вот. А для этого нам нужно опять-таки забраться, вот здесь попрыгать. Так вот, прыг-скок. Нормально. Вот. И вот здесь не лохануться и не упасть. Что мы, конечно же, и делаем. Не лоханулись и не упали. Не хочешь проверить? Меня всегда дико веселит, что он так ныряет. Почему-то у меня ассоциация идет с мусорным баком. Я не знаю почему. Что Биди один как будто мусорный бак ныряет. А здесь мы лоханулись и упали. Ну это же я. Это же кривые ручки. Мои фирменные кривые ручки. И больше никак не иначе. Замыкаем проход и просто идем дальше. Просто замечательно идем дальше. Мы счастливы, у нас все хорошо с вами. Все просто изумительно. Потрясающе. Вот. Вообще очень интересно, почему я не включила запись экрана нормально. Ну, типа, я могла бы сейчас включить запись экрана и просто сверху в той вебке наложить эту. Но я сделала более мудрёный вариант, и поэтому мне сейчас на премонтаже придется следить, чтобы тайминг вебки совпадал с таймингом того, что происходит на экране. Да, этот черт гораздо сильнее и опаснее, поэтому я решила схитрить немножко, вспоминая предыдущую серию, и просто уйти, привлекая к себе внимание. Надо ли говорить, что в будущем мне это выйдет боком? Потому что мы сначала делаем, а потом думаем. Нет, на самом деле я подумала, прежде чем это сделать, но подумала, видимо, плохо. Но, тем не менее, не буду спойлерить, просто идем дальше. Просто мы пока якобы не знаем ничего, что будет дальше. Нам весело, прекрасно. Раскидываем вот эти штуки. Я заметила, что если их бросать в стороны, то они будут убивать часть вот этих крыс, собак, я не знаю, как назвать. Крыса-собак, давайте назовем. Этих существ странных. Вот. Поэтому да. Поэтому прям полезна вот эта штука. Прикидаешь и все. Вот. Опять же, замыкаем здесь проходочку. И идем дальше.
Довольно странное решение сейчас я приму его прыгать в лужу, когда вот там есть прекрасный мостик, на который, в принципе, можно залезть. Подрываться на этих кактусах тоже отличная идея. Именно то, что нам нужно. А теперь, собственно, вот на этот, я не знаю, как-то перекладину, балку и просто поднимусь, наверное. В прошлой серии я здесь забыла, как спускаться, и я, наверное, минуты три вспоминала, на какую букву. А оказывается, на букву Z. Вот, в прошлой серии я остановила ролик на этом месте. Разделила его немножко на этом месте. А в прошлой серии я оригинальный ролик завершила здесь, потому что я не поняла, как я решила задать. Но сейчас я, собственно, допетрила и решила. Я думала, что нужно будет здесь как-то вот эту турбину, что находится слева, замедлять, когда Биди ее замыкает, и что нужно успеть прыгнуть на... В турбине есть выемка. Я думала, что нужно будет прыгнуть на эту выемку. Или впадинку, называйте это как хотите. Но на самом деле все не так сложно, потому что когда ты замедляешь, как ты не пытаешься допрыгнуть, ты не допрыгиваешь до вот этой выемки, да, так называемой. Вот. Поэтому здесь придется немножко по-другому поработать. Вот. Здесь я решила, что пора бы уже это, поздороваться с подписчиками, поэтому мы здесь так долго стоим. Вот. Ну да, давайте я немножечко мотну это дело вперед. Нет, я слишком далеко мотнула. Двигаемся дальше, в принципе. Убиваем вот эту крысу, ничего не подозревающую. И, собственно, идем. Пора в путь. Идем дальше. Вот этот провод нужно было разрезать. Всего-то вот этот провод, который я не разрезала в прошлой серии. И долго, как идиотина, просто прыгала на эту турбину и умирала просто 200 тысяч раз. И даже здесь я умудрилась немножко тупануть и не заметить, что, короче, вода не под напряжением. Просто до того, как мы этот провод чеканули, да, грубо говоря, при включении этой турбины вода находилась под током. Сейчас этого тока нет. Я только сейчас, я заметила, что тока нет. Но мне, кстати, так и непонятно вот эта фишка с замедлением времени, зачем замедлять эту турбину. Это очень странно. Спасибо за помощь. Типа ты ее замедляешь, но это тебе ничего не дает. А вот. Это очередной отзыв, который, кстати, я поняла, что если собрать 3 таких отзыва, то у тебя вот, полученная эссенция силы, у тебя увеличивается запас силы. Здесь довольно интересное место. Довольно интересное место. Если вы будете достаточно внимательны, вы поймете, что мы здесь были. Буквально пару минут назад. Буквально пару мгновений, минут назад мы здесь проходили, там внизу вот тот сильный чубрик, мимо которого мы прошли, на которого я не хотела тратить время. Но я не заметила, что это то самое место, и что проход, который находится напротив. Через этот проход мы, собственно, и заходили в это место. Я почему-то решила, я не знаю, почему такое произошло, наверное, потому что я very глупая женщина, что это какой-то новый проход, что я просто обязана туда попасть. Собственно, сейчас мы с вами пронаблюдаем несколько довольно-таки идиотских моментов, где я чуть не умерла, и, в общем-то, да. И, в общем-то, все как всегда в моем репертуаре, в моем стиме, в моем стиле. Тупим, еще раз тупим. Здесь у меня, как всегда, вылезло какое-то дурацкое окно, которое я стала читать, что там вообще происходит. Ну и как-то не придала ему особого значения, а возможно, зря. Вот. Собственно, давайте пронаблюдаем череду этих эпичных фейлов. And that's what I'm gonna do.
это, блядь, что такое было? После очередной 158-й, 3000-й, 4000-й смерти, я со злостью, что такое со мной сегодня, скрипом в зубах ринулась вперед с намерением убить эту, не знаю, жабу каким-то образом, как-то... А при этом обойти вот эту жабу, потому что я абсолютно не хотела тратить на него свое время. Вот. Но сейчас до меня дойдет, что, в общем-то, я поступила не совсем правильно, не совсем умно, скажем так. Как всегда, этот путь мы с вами уже проходили, мы с вами его видели. Тут я поняла, что, оказывается, все дороги для меня уже открыты, мне не нужно ничего замыкать, просто двигаешься вперед. Вместе с Биди. У Биди очень симпатично горит зеленым цветом затылок, почему нет. При этом почему-то провода остались на месте. Кто-то включил здесь свет, его здесь раньше не было, теперь он здесь есть. За это спасибо, можно сказать, людям, я не знаю, не людям. И тут, смотрите, мы заходим, и я такая: стоп. Подождите. Это я вам озвучу мысли, которые у меня сейчас возникли в этот момент. Я такая, типа, а мне точно туда надо? Это как бы ты... меня как раз вот этот Джотто заметил. Я такая, это... Что это? Я просто полсерии потратила просто в нихрена? Просто я... Просто так пробегала полсерии. Кто мне скажет, зачем? А кто бы знал, зачем я это сделала? Просто я люблю тратить время ни на что. Просто у меня его настолько много, что я его могу просто убивать как угодно. Как хочу. Как мне это только заблагоразумится. И теперь, наполненные силой, наполненные смелостью, выносливостью, жаждой к жизни, жаждой к приключениям, жаждой к надиранию жопы, у нас сейчас будет просто самый эпичный прыжок на свете. Прыжок к тому, чтобы убить вот эту полосатую лягуху странную. Мы прыгаем, и знаете что? Мы падаем. Ульяна Алябьева. Нелепый джедай во всей вселенной, галактике, как во всем космосе я. Самый нелепый джедай на свете. Здравствуйте. Клуб анонимных, хотел сказать, алкоголиков, но нет. Клуб анонимных рукожопов, скажем так. Почему бы нет? Ну, собственно, поскольку дорога лежит через вот эту металлическую конструкцию, мы просто не можем эту обаяшку, верняшку, фитоняшку пройти, обойти мимо. Поэтому мы должны его убить. Даем ему по жопе, он дает по щам нам, все по классике, снова дает нам по щам, и тут спасительная левая кнопка мыши подходит и разносит все на свете. Да. Умри, пожалуйста. Спасибо. Да, именно так. Снова крыс-особы, собысы, как угодно называйте. Я не помню, как они называются. А вот мы нашли корабль. Эй, Грис, ты занят? Ну, вообще, смотрел. Хотя нет, я не занят. Я никогда не занят. Ну, так тебе что-то нужно? Я стою рядом с двумя разбитыми кораблями. Похоже, ты не единственный пилот, которого потрепало здешним ветром. Постой, ты только сейчас это понял? Ты вообще с нами был? Я лучший из лучших! Ага, хорошо. Я просто хотел сказать спасибо. Знаешь, не за что, парень. Но это, мне пора. Дела ждут. Так, в общем, пока. Чё-то темнит он, но он звучит как дальний родственник, которому не очень ловко с тобой общаться. Знаете, как те родственники, которые звонят вам там раз в год на день рождения, и мама такая говорит, типа: Миша, иди поговори с бабой Зиной, она хочет с тобой пообщаться, дорогой мой. Ты такой... И начинаются неловкие разговоры по телефону. Здесь снова находится воспоминание. А вот, за которым я хотела бы пойти, но я, конечно же, не пошла за ним. Потому что все оказалось не так просто, как казалось. Казалось бы, идешь просто прямо.
Я зевнула в себя. Идешь просто прямо, поднимаешься. Но не тут-то было. Здесь, скорее всего, нужно было что-то это вот это активировать, вот эти тучи-тучи. Опять вспоминаем или смотрим Returns и радуемся. А вот. На что я сказала, ой, да ну в жопу это все, я не хочу на это тратить время. А вот. Возможно, я потеряла третью вот эту эссенцию и не могу теперь прокачать себе еще силы. Вот. Кто об этом знает, я об этом точно не знаю, и мне, собственно, лично, если честно, мне все равно. Мне вроде как и так все устраивает. Все мне пока нормально, замечательно. Пока играется вроде комфортно. Вполне себе. Вот, поэтому... Не судите меня сильно строго. Мы двигаемся дальше. Нам нужно, казалось бы, в прошлой серии я все это время думала... В прошлой серии я думала, что нам нужно прямо, потому что там прямо есть турбина. Они следят за нами, беди. И богу, я думала, что нам в эту турбину, а нам оказывается вон в ту турбину. Кстати, в прошлой серии мне совершенно не получалось сражаться с этой вот фигурной на морковке. Вы спросите, зачем я включаю автонаведение в этой серии? А кто бы его знал? Я не знаю почему. Вообще, автонаведение это совершенно читерская вещь, от которой нужно отказываться. Пора учиться играть честно, Ульяна, дорогая моя. Хватит. По хардкору. Харе беречь свою задницу. Все равно ее не убережешь. Вот. В прошлой серии у меня почему-то вот эти отбивашки не получались. Хотя я выполняла их точно так же, как выполняла в этой серии. Вот. Но почему-то... Ну что ж такое-то? Ну конечно, спать хочу. Вот. А почему-то... Почему-то в этой серии они получаются, а в прошлой нет. Вот. Дроидов здесь не так много, поэтому можно, в принципе... Кстати, с ними можно вообще не напрягаться. А вот насчет вот этого парня, я вообще не знаю, почему он на меня вообще никак не реагировал до тех пор, пока я не стала в открытую ему люлей давать. Он такой как бы... Я подлетел, смотрю на тебя, ты на меня. Искра, буря... Безумие. Да. Не быть не секси-вумен. Это явно не мое. И тут в какой-то прекрасный момент до меня дойдет, что их можно отталкивать. По-моему, на то ли на втором вот этом дроиде, то ли на третьем. Ну, дроид-разведчик, я не стала про него информацию никак услышать, потому что это уже и так понятно, что это дроид. Что это разведчик, потому что он выглядит как дроид. То, чем он занимается, это разведывает всякую дичь. А, вот. И как, собственно, с ним справляться, тоже, по-моему, понятно, очевидно. Без инструкций. Что происходит сегодня? Почему я так зеваю? Я сегодня спала весь день. Весь день. Я сегодня с утра сходила немножко, да, истории жизни. Я сегодня с утра сходила на пробный ЕГЭ. Присутствовала на экзамене, на пробном, в качестве преподавателя. Вот. А потом пришла с него, легла спать. И я спала, наверное, часов до 5. Вот, при том, что я пришла, наверное, где-то часов в 12. Вот. На самом деле, я просто спать легла вчера очень поздно. Я тоже делала работу. Одну для нашего зауча, поэтому... Я тот человек, который откладывает все напоследок, а потом не спит всю ночь и жалуется. Не делайте так. Не делайте так. Это хрень собачья, да? Делайте все сразу вовремя. Эссенция здоровья. Хорошо. А, то есть я сейчас, до меня сейчас только дошло. У нас есть мечом. Эссенция силы и эссенция здоровья. Сила прокачивает силу, а здоровье... Здоровье. Лев, логика. Да. Вот. Можете прочитать здесь информацию о том, что вот этот товарищ был убит джедайским мечом. И тут у нас как бы задумочка. Типа джедайский меч. Ага, в смысле джедайский меч. Лазерным мечом. Этой штуке нужен твой разряд. У меня лазерные мечи почему-то всегда ассоциируются с джедаями. Но, насколько я помню, во вселенной Звездных войн ими пользовались не только джедаи.
Можете меня поправить. Опять же, говорю, я не смотрела «Звездные войны», я все пытаюсь как-то сесть, посмотреть их в правильном порядке, все такое, заморочиться. Но я не знаю, почему я этого не делаю. Вот, возможно, я чувствую, что мне не понравится. Я не знаю. А возможно, мне понравится, и я подсяду. Я не знаю. У меня так было с «Ведьмаком», с игрой. Она мне сначала не нравилась, а потом я поиграла, и теперь не могу перестать думать об этой прекрасной игре. Вот. Возможно, тут будет то же самое. Не знаю. Вот. В общем, отпишитесь, если я вдруг ошибаюсь. Вот. По-моему, те чуваки с красными мечами, джедайскими в фильмах, они были лазерными, что же их называют, джедайскими. Вот. Они были явно не джедаи. Я не знаю, как это назвать. Вот. Поправьте, потому что я, скорее всего, ошибаюсь. Снова лифт. Снова куда-то едем. Вот. И хорошо, что я не закончила эту серию, потому что у меня была мысль вообще эту серию закончить уже. Я еще раньше его заметил. Чувство под ложечкой. Сначала подумал, что это из-за стрипни Гриза. А теперь оно усилилось. Думаю, чем мы ближе, тем хуже мне становится. Все мы немного Гриз. Явно ничего хорошего. Не могу, у меня лицо так блестит, как будто я не знаю, как будто я... лавашом, не знаю, беляшом вытираюсь перед сериями. Меня это бесит. Поэтому я предпочитаю снимать видео днем, но опять же, я говорю, я сегодня проспала и здесь. Вот на этом месте я хотела уже серию закончить, но я этого не сделала. Потому что я думаю, давайте поиграем еще. И боже, это была гениальная идея, потому что на данный момент ролик длится вот сейчас. Я смотрю 28 минут. Этого было бы очень мало. Ну, опять стандартная прокачка. У нас с вами доступно одно очко. Доступно одно очко. Я предпочитаю их сразу тратить. Вот. Но, как ни странно, почему-то вот эта штука и вот рядом, допустим, чувак в эпичной позе, они недоступны почему-то еще. Я не знаю, почему. Доступны. Почему мне не дают вообще прокачать? Потому что я же все остальное прокачала. Вот здесь вот по ветке, если мы посмотрим. Вот. Но нет, не дают. Почему-то говорят, идти нафиг. Что поделать? Придется идти нафиг. Куда мне деваться? Вообще очень сложно мне здесь что-либо прокачивать, потому что все, что мне здесь сейчас на данный момент предлагают, я этим ничем не пользуюсь. Ни вот выпадом, да, как, я не знаю, как это еще назвать, ни уклонениями. Я про уклонения вообще, в принципе, мне кажется, забыла в этой игре про существование уклонений. На самом деле они мне не даются, потому что мне неудобно уклоняться на Z. Я не знаю почему. Мне неудобно уклоняться. Я бы поменяла управление, там, допустим, уклонение на Shift, но Shift это у меня быстрый бег. У меня во всех играх Shift это быстрый бег. Вообще, по-моему, клавиша Shift ассоциируется с быстрым бегом. Вот. Короче, неудобно мне на Z уклоняться, поэтому я этого не делаю. Принципиально. Поэтому из всего, что было предложено, я выбрала толчок. Теперь мы можем как гопари, не знаю, там, как не очень невоспитанные люди, бить ногой людей. Почему бы нет? Почему бы нет? И теперь давайте откроем карту и посмотрим, куда нам нужно. А нужно нам не так уж и далеко. Нам нужно вниз, в принципе. Мы уже по направлению. Да хватит, это невежливо зевать. Прекрати, пожалуйста, сказала я сама себе. И, конечно же, не перестала это делать. В принципе, его план движения вполне понятен. Казалось бы, нам нужно просто спускаться по веревочкам все вниз и вниз, и вниз, и вниз. А вот хрен там был. Хрен там был, все абсолютно не так. Вернее, все не совсем так. А вот. Кэл у меня не прыгнул, и я решила, что, видимо, здесь... Кэл наверх не может никак забраться, поэтому нам эту веревочку нужно опустить. Вот. Поэтому, собственно, замыкаем сейчас эту штуку. Она опускается. И мы идем.
Идем же? Мы идем? Идем? Идем, да. Мы прыгаем вниз. И тут у меня встречает мысль, что оказывается все не так-то сложно, как было. Вот. Что мы сейчас быстренько спустимся вниз, и все хорошо, мы заходим в этом серию, все будет прекрасно, изумительно, очаровательно, гениально. А просто перфект конфетка замечательная. Но, не тут-то было. Абсолютно не тут-то было. Эта штука возвращает эту штуку наверх. Зачем, если честно, я так и не поняла. Да? Я заколебалась зевать. Вроде бы проспала сегодня весь день. И тут два робота. Угадайте, кто мне сейчас навешает люлей? Просто угадайте. Просто угадайте. Обнаружен. Еще я с этим чуваком щитом. Мне тут повезло, знаете, в чем? В том, что я вот сюда вот за эту угол встала. Да, они меня зажали. Мне было не совсем комфортно. Зато этот парень щитом меня не видел. Значит, он бы, сейчас если бы еще было, но он бы не точно дал просраться. Успешная атака. Бесполезный человек. Так меня еще никто не писал. Бесполезный человек. Да уйди ты. Ты всех убил. Как тебя видят? Ты всех убил. Всех, вообще всех. Всех вообще убил на этой карте. Вообще всех. Страшный человек, Кэл. Здесь можно спеть песню, знаете, как, типа... Кузьма всех сыграл, только Кэл тут всех убил. Песни, танцы. Делать это не буду. Здесь есть вот этот прекрасный стол, на котором можем немножко пофиксить нашего убийцу. Этот мотор должен сработать. Ну как тебе? Поменять ему мотор? Да что ж такое-то? Говно какое-то, зеваю постоянно. Беди очень милый. Теперь мы проберемся в гробницу. Прокачали привод для троса. Двигайтесь вверх и вниз по тросу. Теперь мы можем еще вверх двигаться по тросу. А, так вот почему мы тогда не запрыгнули на трос. Потому что мы еще не могли этого делать. Теперь мы прокачали и смогли. Вот поэтому очень полезно иногда пересматривать свои ролики. Вот, потому что ты можешь понять то, чего не понял в процессе записи. Здесь почему-то я решила, что проход в эту комнату будет вот это, вот в этой комнате. Но нет. Нет. Блин, это пустая трата времени. Здесь нет ничего такого. Дорогая моя. Милая моя. Пупсик мой. Иди отсюда. Да-да-да-да. Можно дернуть за эту штуку. Нет, нельзя. Потому что это просто для красоты здесь сделано. Вот такая же. А, на нее трос крепится. Хорошо. Ну, дико извините меня, я не знаю, что со мной сегодня происходит. Я же ведь не хочу спать. Наверное, мне воздуха не хватает. Этой штуке нужен твой разряд. Этой штуке не нужен разряд, этой штуке нужны руки Кэла и беди один, чтобы подняться наверх. Поднимаем его наверх. Все становится гораздо проще теперь. Вот ты думал, что нам нужно вниз? А вот нет, видишь? Поднимаемся наверх. И даже сейчас мы спустимся отнюдь не на тот уровень, на который нужно было бы нам. Я решила осмотреть здесь этот маленький закуток на предмет важных для меня вещей. Но здесь ничего не было. Поэтому мы просто пытаемся убрать меч. И идем дальше. Здесь забавно, он меня не сразу заметил. Он меня не сразу заметил, такой стоит, сделал бинокль из рук и так далее. Я сома опасна. Я штурмовник. Я гляжу в космические дали. Бросай, Стим! В него попали!
попался! Эти парни настолько бездарные, что даже смешно. Это они, конечно, иногда дают или, но это случается крайне редко. Никак не могу попасть! Кто-нибудь! Кто тут вообще со мной ударил? Хоть что-то помогите! Господи, все, что вы умеете, это дышать, товарищи штурмовики. Я все с каждой серии убеждаюсь в этом все больше. Ну там дальше будет парень, который будет немножко серьезнее в этой серии. Не так, что прям особо, вот, но просто в связи с моей криворукостью он будет прям очень-очень, ох, серьезный и опасный. А у меня болит спинка уже сидеть. Я устала. Не могу. Я вам завтра помогу. Здравствуйте. Товарищ дроид. Этот парень какой-то сильный же. Иногда нужно размяться. Нет, такой контент определенно мне нравится. Вы смотрите прохождение, я смотрю тоже свое прохождение, комментирую как-то. Что это? Это я. Тут разминаюсь, не пугайте. Отойди от него! Огонь! Если ребята наткнулись на стражей гробницы, хранителей гробниц, которые я назвала здесь хранилище гробницы. Мой глупый мозг творит со мной странные вещи. А еще я стала замечать, что я иногда так по-дурацки в видео открываю рот, просто как, не знаю, как аутистка какая-то. Ребят, я искренне не знаю, как вы это терпите. Почему мне еще никто об этом не написал, что типа, лол, у тебя рот какого-то, куда он у какого-то. Я сейчас только смотрел свою вебку, да, свою вебку, понимаю, что это прям... Я прям сижу и такая, я вот. Мне бы еще, знаете, типа, свернул изо рта и был бы вообще. На самом деле это связано с небольшой моей проблемой. Ну вот. У меня не дышит нос нормально. А вот, поэтому мне очень часто приходится дышать ртом. Но когда я начинаю открывать рот, я им дышу. Я пытаюсь это как-то контролировать, вот, но в такие моменты мне тяжело дышать через нос. Поэтому... Извините, это моя болячка. На этой карте, вообще на этом уровне, очень много вот этих светящихся фиговин на морковин. Потому что я ни на одной локации их столько не видела. Рабочий в спешке бросил свои инструменты. Ему были нужны реликвии, и не было дела до погребенной здесь истории. Я опять зевнул. Ой. Эта штука похожа на голову динозавра. Осмотрелись. Смотрели по сторонам. Поняли, что нам надо вперед. Но как? Моста-то здесь нет. А вот сюда. Ой, я, кстати, вижу, куда нам надо, походу, дело. Там вон дверь открыта. Главное здесь не лохануться, подумала я. И знаете, что я делала? Лоханулась. Кто, если не я? И, конечно же, я сделала это не один раз. Я почему-то здесь решу сейчас, что мне очень нужно вот сюда. Потому что там есть светящаяся штука. Странная у меня политика, я в каких-то местах в принципе не собираю, в каких-то решаю, что я готова жизнь за это отдать и, собственно, умираю. Жизнь-то не моя, жизнь Кэлла, поэтому... Да. Выбираем нижнюю сторону, раскачиваемся, цепляемся, чуть не падаем. Ну, собственно, идем вперед дальше. Дорога и трудный, в город изумрудный. За мозгами. Отсылка к волшебнику страны Оз. Ну, собственно, сохраняемся.
И заканчиваю на эту серию. Всем огромное спасибо за просмотр. Извините за такой несколько странный формат сегодня. Вот. Теперь я буду каждый раз проверять, не скипнулись ли у меня настройки микрофона. Вот. Но тем не менее, если вы посмотрели этот ролик и он вам зашел, то я искренне надеюсь, что вы поддержите его лайком и напишите комментарий под ним. Потому что ваши комментарии, они мотивируют меня писать ролики дальше, они мотивируют меня вообще что-то делать, они поднимают мне настроение, я отвечаю вам, и это поднимает настроение вам же потом. Не забывайте про полезные ссылки в описании, это группа ВКонтакте и Инстаграм, а тоже переходите, подписывайтесь, особенно на группу ВКонтакте. Всем огромное спасибо за просмотр, с вами были Звездные войны, Лаванда Рэй, Кэл, мы все сегодня вам поднимали настроение, и всем пока-пока!